Всем привет! Мы решили не терять зря времени и объездить максимально большое количество достопримечательностей нашего района. Приехали мы в Ларго. Здесь находится, во-первых, большой ботанический сад, во-вторых, около него, прямо они граничат с деревней Наследия. Мы решили заехать вначале в деревню Наследия, так как она закрывается чуть раньше. Деревня Наследия — это тоже парк, на территории которого находятся дома, старые дома, церкви, магазинчики и так далее. Можно посмотреть, как жили первые поселенцы Флориды. Будем знакомиться с Сарой, с историей Флориды, а также покажем вам самое интересное. Так что пошлите вместе с нами. Вот она, маленькая карта. Здесь показано, где мы находимся. И можно перейти в ботанический сад. Вот так, например, раньше выглядели школы во Флориде, первые школы. Интересно, туда можно войти? Да, сюда можно было зайти. И смотрите, что здесь есть. Вырезки из газет, разные старые рисунки, старинные деток. Вот так выглядели классы. Столы общие. Такие лавочки были. Даже на некоторых есть замки. Наверное, раньше печек-то не было. И отапливали вот такими вот. Древняя печь. А, смотри, вот в таких париках еще ходили. В платьях. Настоящая фотография. Кстати, здесь сейчас был кондиционер. Здесь много разных домов, в которые можно войти. И посмотреть, как раньше жили во Флориде первые поселенцы. Так, наверх ходить нельзя. Закрыто. Здесь вот так вот интересно все. Кресло-качалка. Ты, кстати, можешь покачаться, хочешь? Там комната. Ух ты! Смотри, за веревочкой нельзя заходить. А здесь такие вот кроватки. Представляешь, вот так раньше жили. Родительская кроватка, да. А это, видимо, детская кровать. Камин. Видимо, это была, знаете, обеденная комната. Это вот показано, чем питались в то время. Ну, как бы крабами очень даже неплохо. Апельсинами да крабами. Здесь открыто. Здесь кондиционер работает. Вау. Это уже дома поновее. Смотрите фотографии. Напоминают мне эти фотографии из фильмов ужасов, фотографии. Мэри Эндрюс и Лав. На второй этаж нельзя. Вот здесь работает кондиционер, так приятно. Что здесь? Говорят, здесь на Хэллоуин очень классно оформляют все. И довольно-таки жутковато. Можно снимать даже какие-нибудь ролики на Хэллоуин. А это вот такие фартуки они носили. Да, это были раньше такие игрушки, ничего себе, до сих пор они существуют. Да, вот она такая есть игрушка, это мой друг присутствует. Угу, все знают, утюжок. Ой, смотри, детский столик и стульчик. Ты сейчас тут застрянешь, видимо, здесь тоже кухня была. Кексы пекли. Ага. Кексы они все время делали. Пойдем, Сара. А почему там большие орехи в каждой кастрюле? Каждой... Яйца или орехи? Орехи? Мне нравится, что сюда можно зайти, и вообще нет охраны, нет смотрящих людей, камер нет. Сарай. Идем туда, в сарайчик. Ах, кареты, Сара. Вот такие раньше кареты были. Транспорт. Средство передвижения. А колеса-то какие тонкие и большие. А ты посмотри наверх. Да, конечно. Ой. Смотри, кока-колу, конечно, пили всегда. Вот парикмахерская. Вот этот значок парикмахерская в Японии до сих пор. Ой. О. Это магазин. Привет, магазин.
такой старинный магазин. Тут можно что-нибудь прикупить. Да, но тут у нас налички-то нет. Играли колой и спрайтом. Давайте я сфотографирую. Здесь настоящий магазин. Женщина продает кока-колу. И у нее касса очень старая. К сожалению, они не принимают кредитки. Я бы сейчас колу выпила. А вот яблочные пироги. Ну, это классика Америки. А это парикмахерская. О, боже. Смотрите, какие страшные приборы. Как в хирургическом кабинете. Нет. Разыскиваются преступники, посмотри. С отпечатками пальцев еще. Вот такие объявления раньше висели, старенькие. Ой, ну конечно, все порванные, чтобы наверное... Бонни и Клайд. Это самый популярный, даже фильм сняли. Преступники, это была пара. Муж и жена вроде, и они, в общем, были безумно друг друга любили и совершили массу преступлений. 23 года. Надо же. А это у нас древняя церковь, 1977 год. Открыто. Вау! Как в кино. Это церковь. Ой, как прохладно. Здесь кондиционер, очень приятно. Потому что играли раньше Please Don't Touch, поэтому не нажимай. Но один раз можно. Не работает. Вау. Церковь. Эта деревня работает до 4. В воскресенье с часу, а в будние дни, в остальные с понедельника по субботу с 10 до 4. И вот из нее мы выезжаем и сразу... Здесь рядом ботанический сад, буквально 1 минута езды. Вот, заезжаем, а ботанический сад работает до 5. Florida Botanic Gardens. Вход в этот музей бесплатный, и в ботаническом саду находится флора и фауна. Здесь представлены экспонаты. Еще говорят, здесь есть бабочки. Вот разные птички, утки, дикие, цапли, фламинго. Вот. Смотрите, какие бывают кактусы во Флориде. Очень разные. Колючие, без иголок. Большие, маленькие. Мама, давай вон большой кактус. Пошли сначала к кактусу. Вот огромный кактус. И бабочка вот. Ой, какой красивый кактус огромный. Милое местечко, здесь очень много кактусов. Я люблю кактусы. Причем раньше я их не любила, а последнее время, видимо, из-за того, что они стали модными, хипстерские, модные, и это красиво, конечно. American Alligator. Мам, я очень далеко вижу. Видишь разных птичек? Я там вижу птицу. Птицу какую-то белую. Обожаю эти таблички. Осторожно, аллигаторы. Так что, если вы не знаете, куда вам сходить с детками, либо с самим, еще и бесплатно, то вот такое вот местечко, мне кажется, на целый день можно даже пойти. Смотрите, бетон когда залили, видимо, енот наследил. Такие лапки малюсенькие. Здесь растут бананы тоже. Это банановый цветок. В некоторых странах его едят. Банана? Да, не трогай руками, Сара, написано же. Это фруктовая. Вот мне нравится фруктовая плантация. Здесь уже как бы понятно для меня, что растет, какие фрукты. Сейчас найдем. Здесь еще бабочки. О, манго, Сара. Вот написано манго. Манговое дерево, и посмотри, сколько манго сверху. Только зеленые они еще. А вон упало пару штук. Испорченное. Оно не испорченное, но может от ветра даже упало.
Ничего себе! Нам, может, сорвем, посмотрим, что будет? Нет, они еще не поспели, вообще твердые-притвердые. Капец, манго. Усыпано дерево манго, как много. И гранат еще растет во Флориде. А что такое? Еще такие ананасы растут. Никогда не видела. В магазинах не видел. Может, их не едят, это как декоративные такие, как цветы. Странно, бразильские. Клево. Пожалуй, одно из самых приятных мест. А это мелодии, Сара. Смотри, можно играть. Инструмент. Похоже на сад бабочек, очень маленький, но здесь различные бабочки водятся. Ну, конечно, летают разные бабочки. Крупные, маленькие, какие хочешь. Вначале вот такая гусеница была, затем она в кокон обернулась, и получилась такая бабочка. Мы с Сарой впервые так долго гуляем по жаре здесь во Флориде. Обычно по кондиционерам, в помещениях, а тут прям вышли. Либо на пляже, знаете, на пляже прохладненько, пошлёшь, пойдешь водичку, да и прохладненько. Первый раз гуляем по жаре, и прям мокрые все. Хорошо, что здесь паильники повсюду. Ну, это был сад бабочек, но бабочек было очень мало. У нас растения вот эти очень популярные. Помните, как оно называется? По-моему, женское дерево. А, женский цветок. Я помню, что обычно женщинам всегда дарили такие вот в горшочках. Ну что, ребята, мы уже собираемся домой, так как провели целый день в парках. Очень было интересно. Советую всем к посещению. Если вы будете во Флориде, то можете посетить данные места. Тем более они находятся рядом, и можете, в принципе, целый день здесь провести. Ну а мы поедем домой, так как дико устали. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Lonely days are gone.